Отдельно. Это уже остистые отростки, когда мы пойдем править, да? Сейчас к общему, ну и потом нарисуем, к общему, да? Это не идет, но в принципе можно, да. Давай нарисуем эти. Вот позвонки. Допустим, вот он в бок пошел, да, один вот сюда сместился. А эти прямо пошли, да? А это вот сюда сместился. Ну, от основной линии. Значит, мы его вот так. Соответственно, да. Значит, будем здесь в этот, будем держать, а тут в это давить вот так, то есть с декомпрессией вверх, а в эти будем давить вот так, тоже с декомпрессией вверх. Вверх это к голове имеется в виду, да? В сторону к голове. То есть вот. Вот так. Ну, пока не показывай. Ладно, немножко вперед забегаем. Чтобы его туда вставить, да, нам надо с этой стороны растянуть. То есть мы будем вот тут позвонки растягивать вот так. И здесь, чтобы сюда вставить, вот так, да? Да, но выше, выше этой точки будем растягивать. Тут будем растягивать вот так. То есть, чтобы нам там растянуть. Почему? Вот сюда давишь, там надо растянуть. Что мы для этого делаем? Убираем руку, смотри, с той стороны, да? И голову поворачиваем вот так. Вот, видишь, растянули уже. Это рука там висит. Вот. Только после этого мы будем давить. Ну, это мы дойдем. Еще опять вперед заходим немножко. Теперь. То мы делаем непосредственно к упражнению, переходим, да? Так, зафиксировали, сфотографировали. Сейчас нет, сейчас можно я сфоткаю и без вот этого, вот это меня отвлекает. Ну, давай еще тогда. Еще тогда вот тут пометим. Вот сюда еще будет давление у нас. А что даст вот эти давления? На крестец. Растянет. Крестец. Не растянет. Здесь есть, сейчас скажу. Вот, L5 получается. Здесь, каким цветом, синим, чтобы показать тогда, да? Раз пошли художество. Здесь вот идут. Это гребень подвздошной кости, да? Значит, подвздошно, а это поясничные позвонки. Подвздошно-поясничное сочленение. Вот такие коротенькие мышцы. Вот мы их будем растягивать. А здесь крестец, да, крестцово-подвздошное сочленение, вот они вот такие. Вот это сочленение мы тоже будем расшатывать, потому что крестец может стоять тоже неровно, он может так повернуться, он может вот так повернуться, понимаете? А еще? Да. А есть, да, еще есть марки других цветов? Ну и еще вот это сочленение L5S1, вот это вот коротенькое. А каких других цветов уже все используют? Нет, сочленение. Я хочу еще вот, чтобы показать первый вот вариант, вот так. Потом второй вот так. Это на доске нарисуем, еще на человеке все это. Все на доске же непонятно. Желтенькие есть. Желтенькие, на нем видно не будет. Ну и хорошо, чтобы не отвлекало, но если припереть, чтобы было видно. Вот здесь вот плавающие ребра мы не трогаем, да? Так может и красным тогда? Кости изображаем черным, ой, зеленым. Вот ребра идут под углом, да? Соответственно, потом еще это нам тоже на заметку. В будущем будем по-другому давить. Короче, здесь руку нельзя ложить здесь. Вот для другого ложим, не давление. Давление, вот смотрите, черным показано мануальное толчок. То есть это конкретно мы сюда делаем толчок. Сюда, сюда, вот черным, да? А руку кладем для какого-то, для другой цели. Либо придержать, да? Либо наоборот стабилизировать, зафиксировать. Вот мы зафиксировали, а толчок делаем, например, с этой стороны, да? Или с обоих сторон, вот тут в ребра, тут уперлись, и вот толчок в две стороны, вот туда, в разные стороны. А здесь? Фотографируйте это все. Короче, здесь? Я могу хоть вот так, хоть вот, вот без разницы, как делать, лишь бы вот сюда руками не... не... Сюда не надо руками, да. И все, и остальное я могу хоть как, ничего. Сейчас идем, да. Вреда сейчас я не принесу, хоть как буду, да, делать. Да, давай сначала сфотографирую. Вот черное это толчки. Нет, я вот эту имею в виду штучку. Бугорок, для чего мы ее прощупали? Для чего? Хорошо, давай тогда такой вопрос ответим. Потому что вот в этом случае, да, когда нам надо будет растягивать сверху, мы понимаем, что позвонок, он не просто вот такой, а у него еще боковые отростки есть, и они выше идут, вот. Ага, сейчас. В общем, как я поняла, это то, что мы вот так. То есть мы можем вот так нащупать, да, вот сам вот так сделать. А можем еще и вот
так. Нет, а, точнее, вот нет, так. Вот так, вот так, да. Вот так. Да, то есть все давления мы будем оказывать на боковые отростки. Они, смотрите, как получается. Интересно. Чуть-чуть цветом показать. В общем, два пальца примерно, да? Ну, два пальца сколько? Короче, мы каждый позвоночечник, да? Ну, вот этот вот, каждый... Между ними 3 сантиметра. Короче, мы на каждый отдельно вот воздействуем, да, вот из этого, да, позвонок. Да, а сюда идет отсюда тоже примерно 3-4 пальца, ну, 3 пальца, да? То же самое расстояние вот до сюда. Вот, понимаете? Получается, вот точка этого позвонка вот здесь находится. Понимаете? То есть, если он повернут вот сюда, то нам надо будет давить вот сюда. Вот сюда и вот сюда, вот так вот. Если мы будем вот так, это толку не будет. Да? Будет, 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 но это другое упражнение, это общее. Давайте еще раз фотографирую.